Правда, ебучий дым, не видно ни хрена. Сейчас подойду поближе. Такие чуваки залутанные лежат. Так, я около ящика. Будем смотреть, что тут лежит. Ой, взрывчатка, калаши. Ях, ебать ее копать. Что тут лежит? Если есть огромный рюкзак, забирай его и в него накладывай все. Это просто звездец, что тут лежит, пацаны. Что там лежит? Начнем. Так. БДСВ-98. Какая-то снайперская винтовка. Не знаю. Это типа СВД более новая. Камовский магазин. На 75 патрон. Бери. Понятное дело, что возьму. Взрывчатка. Мощная. Хотя... Нет, не мощная. Лихт написано. Провода лежат. Хакерс лежит. Коробка гвоздей лежит. Саванна лежит. Так, два этих комплекта взрывчатки. Селитра, видать, какая-то. Дальше. ПД, АРЦ какая-то. Какой-то автомат, не знаю. Потом М4А1 лежит. Дальше лежит СВДшка. Ебать, я тут все не унесу, видать. Дальше лежит АР-15. У меня есть что? Альпина на 80, пустая. Так, Блейз нам нахуй не нужен, да? У вас Тигр пустой. Ну, он далеко, его подгонять надо. Я могу сгонять, кстати, подогнать его. Подожди ты там, сейчас ты выйдешь и тебе прилетит, ну. Ботиночки. Я так понял, вы там сами. В смысле? На миссии. Ну, если у вас прогресс ни разу не останавливался, и сейчас никто не шмаляет. Угу. Шутер, у тебя рюкзак какой? Сейчас скажу. Ну, большой, нет? На 80 слотов. А шо? Сейчас я тебе принесу пару стволов, заберешь. Кто ствол перекладывает? Я. Жует еще там. Уже. О, он же хомячит, бля, постоянно. Я думаю, нас будут встречать на выходе отсюда. А тут только один выход, да? Да. Так. Шутер. Набери какие-нибудь стволы отсюда. Я... Остатки можно забрать. Ты стреляешь? Нет. Нет. Это закрытый бот. А значит, кого-то увидел. Пускай стреляет. Я думаю, что мы отсюда просто сейчас не выйдем. Ну, слушай. Сидим. Сидим. Я взял все, что можно. 30 нам, потому что мы не стреляли. Мы можем спокойно с полным инвентарем выйти. Я не понял.
ты ни разу. А, ну ты стрелял, у меня вот 30 секунд на выход. А, в этом смысле? Нет, все спортивно. Ну да, да, понятно, что это не спортивно, лучше сдохнуть. Я нашел мод, который в определенных локациях, если ты будешь еще выходить, то есть, во-первых, что счетчик включается, да, на выход. Вторая херня, это... Он тебя тпшнет нафиг с этой территории куда-нибудь. Нормально. Ты видал, какая снайперка, блядь? Охуеть, вот это... Вот это снайперка. Если это боты стреляют, значит нас обложили. Так что никуда мы не идем, пацаны. Сидим пока. По окнам не лазим. Двери закрыты. Сейчас по любасам кто-нибудь придет. Этот. А я пойду тут дверь закрою. Либо хотя хуй с ним, пускай открыто, если что, отступить. Вот из этой снайперки по товарищу Максу зарядили в тот раз. Так. Да, слушаем. Тихо, вроде кого-то слышал слева. Понял, сидим. Со стороны входа. Так, ну это не на запись будет сказано. Если нас тут порешают, я быстренько выйду. Цикло. Ну, скажу, что это шутер вышел. Да, в принципе, похуй. Пускай приходит, постреляемся хотя бы. Ну, у меня ничего ценного нет. Кстати, Форан, у меня КД как 2-0 было, так 2-0 и осталось. Тогда меня убил все-таки бот. Да. Значит, меня вообще не спас. Ждем. Слушай, а может быть этот ящик разлутать? Разлутай, красный свет пропадет. Чтобы пропал. Да-да-да-да, надо вытащить оттуда железо и последний ствол. Побежалый. Аккуратнее. Что там за ствол? Там какой-то... А, СКС и... Блейз. Калаш как... Блейз, да. СКС, Блейз и еще что-то лежит. Короче, говно все это. Ты уверен, что тот туннель единственный вход сюда? Да. Его надо застроить. А здесь не застроишь. А это уже люди стреляют. Есть книжечка тут, ничего себе. Классно. Все, дым пропал. У тебя шутер сколько магазинов? Один? Два. Так, давай-ка я вот здесь вот сбоку брошу кам. Так смотри, по окнам могут ебануть. Вот тут в туалете кам будет лежать. Че? Ну, если патроны кончатся. У меня два магазина запасных. Ну, один запасной есть. Окей. Okay. У меня 120 выстрелов, у меня... СВД еще есть. Ну, все. Я столько не проживу, сколько ты мне дал пострелять.
Вот вопрос, они пойдут или нет. Ну давай, что ли, попробуй. Сейчас попробую. Вылази. Если что, вылези сразу, мансани, короче, туда-сюда. Угу. Не беги там, не останавливайся, просто мансани. Короче, если все хорошо, если ты выйдешь, беги в сторону. Ой, по мне попали. В спину, блядь. Зомбак, что ли, блядь? Хуй знает. Там же нету прохода, блядь. Шутер, смотри на 360, на. Шутер смотрит в окошечко. Я слышу, кто-то бегает, блядь. Шутер, я сзади. Хожу. Да нет, это у нас здесь. Кто-то жрать хочет, я слышу. Рандомыч, ты сейчас за окна смещаешься? Ходишь по окнам? Да, да, я возвращаюсь на позицию к лестнице. Я слышу. Это люди. Под забором где-то? Под нами. Прям возле меня стреляли. Это я стрелял. Это был человек. Он на территории? Да, он сзади меня напал. Как он прошел-то, блядь? Я не знаю. Там, может быть, вход есть? Кто-то есть, просит, все равно. Я слышу. Собак заходил, я его убил. Я видел. Еще бежит. Значит, где-то есть другой вход. Ты слышишь, шутер? Ты есть куть хочешь, нет? Нет. А ты слышишь, что кто-то есть хочет? Сейчас нет. А я слышу, блин. У кого-то желудок это урчит. Ну ты спроси у него, ты хочешь покушать? Опять с фудом. Как там по-английски, ты хочешь покушать? Около меня, походу, тот на картонах идет. Смотри, если что, стреляй. Ты про туда Do you want it, наверное? Он пить хочет и есть хочет. Я слышу, он как губами щелкает. Но. Может быть, он тут лутался, миссия случайно началась, сидит, ждет, когда вы отсюда свалите. А вы не сваливаете. Тихо. Он идет. Кто бегает? Мы все стоим. Кто-то дверь закрыл только что. Оружие перебрал. Умирает. Играет бабой. Под нами где-то или что? Я не знаю. Скорее всего, под нами. Может, убьем его? Можно. Но тебе с той стороны на лестницу надо. Он я пошел дверь. На лестницу. Оружие на взял. На втором этаже дверь закрыта. Вроде открыта была. Он, может быть, байтит. Может быть, он не один. Внизу лучше не вставать, вот на этом перекрестке. Ну, я имею в виду на прострел. Х.
Hello. Food? No thanks, I have. Спроси его. А, блядь, ладно. Не спрашивай. Может, я вниз все-таки спущусь? Он сказал, no thanks, I need. Ну, короче, типа, не надо ему еду, блядь. Спроси, как он попал внутрь. А как по-английски, как попал внутрь? How did you get in? How did you get in? Перед вас? Еще разок. How to do gain? Get in. Nichts verstehen wir. В правой стороне его нет. По крайней мере, не торчит. Но он где-то справа. Он может быть в этих комнатках. Где-то по левой стороне фронт. Если я вот спустился и смотрю в коридор назад, в сторону самолета, то он где-то по левую сторону. По звуку. Сиди там, давай я сейчас сменю позицию, на твою сторону выйду, а ты на мою сторону выйдешь. Из прицела посмотришь. Он гранату может кинуть. А, дым. Смог. Он опять кушать хочет. Ему надо не давать, чтобы он ел. Прямо у меня под боком выстрелил. Я сейчас плохо вижу уже что-то. Но вижу. Зомбак забежал вовнутрь. Через внутрь можно зайти ко мне. У меня где-то дверь открыта. Зомбак ко мне зашел. Понял. Где-то на втором этаже у меня. Угу. Шмалял. Я стрелял. Он на шутера выходил. Шутер живой? Да. Били еще одного. Угу. Знаешь, что они сделали, скорее всего? Они просто тупо здесь были, вышли и все. Так, у тебя, говоришь, там еще кто-то лазит, да? Пока не пойму. Но я хожу, у меня тут все закрыто. Охуенно, да? Поднимусь на третий, блядь. Попробую. Ну, куртка, короче, пизда пошла. Так, я на третьем. Угу. Так, я немножко спущусь, раншутер. Угу. Они с этого вышли. Там дверь открыта. Я ее закрывал. Самолет. Так, пидорасы какие, блин. Подхожу к той двери, которую я контролил. Слушай, они не могли ее выбить, зомби? Зомби? Хуй знает. У одного лар. Забрал у них эти.
Е, хреновенная. У них жратва, кстати, была. Так, сейчас. Сейчас, подожди, посмотрим, кто такие. А почему не показывает? А. Да, Элио один. А второй. Прочко какой-то. И у обоих бронза написано. Перезаряжусь. Че, мне попробовать выходить на улицу? Да, давай. Потому что сидеть. Так, а миссия пропала, нет? Нет. Так, все, я открыл дверь, выхожу. Мансуй, мансуй, только мансуй. Если что, сразу беги. Так, вышел. Понял, беги. Бегу дальше. Бегу по улице, пока тишина. Уже вышел за территорию. Бегу по лесу. Окей, ломись, короче, к Хаммеру. Да, да, под, да. Подъедешь ко входу. Подъедешь ко входу. Угу. Так, сзади два места, да? Хуй знает. Два места сзади, да. Сзади два места. Задом подъедешь. Угу. Ко входу. Прям прижмешься к ней. Я понял, понял. Мы с шутером садимся туда, уёбываем. Едем в сторону базы. Ну, они бомжарики. Они, короче, подобрали стволы, которые я там сбрасывал. А ларки вы не собираете? Да некуда её сувать-то. У меня полностью фул забито практически этот... Ну, могу ещё что-нибудь взять, может быть, маленькое. Ствол какой-нибудь. У меня раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть стволов у меня. О, а тут же слот есть для, блядь, для ботинок. Ты прикольнись. Куртки, шмотки, блядь. Так, сел в тигр. Все, шутер. Готовься. Пошли. Пошли. Будешь подъезжать ближе, скажешь. Угу. Пошли, шутер. Пошли. А, КМ я забыл там в комнате. Да хуй бы с ней. Справа садись, я слева буду. Ждем, когда подъедет сюда, вот прям в упор подъедет. Жопой сюда. Дверь открываем, засадимся и уезжаем. Угу. Так. Сейчас буду въезжать на территорию скоро. Давай. Проехал КПП. Угу. Слышим тебя. Задом подъезжай. Да, 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 да. Да ты прям сюда мог бы заехать, мне кажется, блин. Ну пошли, что ли, потихоньку. Давай еще. Рандомыч. В другую сторону крути педали. О, заебись. О. Садись. А ты на другой пересесть можешь? Нет. Заебись. Ладно, я через переднюю. Садись впереди. Стоп. Поехали. Топ-кар. Ну да, багованные чуть-чуть. Да.
Я ожидал, что сзади будут хотя бы два места. Так, по дорогам езди, куда-нибудь уходи, там, я не знаю. Не ссы, его не пробьют. А хую, фиг его знает, что там. Вот этой снайперки. Я даже не смотрел, какой патрон там.